экономить как могу факелы. Но, как видите, это у меня так себе получается. Сколько же у меня камня? Сколько я всего тут каменного-то понаделываю, блин? Эх, вот бы мне попалось какой-нибудь драгоценный, там хотя бы один алмазик, хотя бы один. Но нет. Ну, хотя бы железо попалось. Ой. А, кирка поломалась. Отлично. Я уже напугалась, что такое. Так. А теперь мне очень страшно идти. Ого, факелами даже еще быстрее, мне кажется, чем киркой все копается. Я очень сильно боюсь. Вот тут вот, мне кажется, я лучше пережду. У меня же еще вторая кирка. Сколько у меня тут камней, так что я могу тут штук 10 понакапывать этих кирок, блин. А в зубах другая шахта. Если в той шахте будет плохо копаться, то в этой буду копать. Так. Угу. Когда же эта ночь-то пройдет? Я даже домой боюсь выходить. Потому что я знаю, что там сейчас такое творит, блин. Так, что я не поднимаюсь? Ладно. На свой страх и риск. Смотри, сколько у меня тут всего. На свой страх и риск я иду домой. А, можно сделать запасную лесенку, типа. Так. Залезаю вот сюда. Фу, там нет воды. А вот тут, кажется, уже есть. А, и тут нет. Если что, то я потом обратно заделаю это все. Ой, блин, я есть хочу. Я жратенький хочу. Вкусная морковочка. Нет, я еще не у себя дома. Да что же это такое-то, а? Ой, я, кажется, не туда прокопалась. Ладно, буду тут тупо стоять. Еще ночь. Тут постою. И знаете, почему я так везде факелы понаставляла? Потому что вот тут могут заспавниться всякие монстрюги. Потом я в эту шахту не смогу зайти. Так, ночь прошла? Нет. Будем ждать. Так, у нас уже рассвет. Я потихонечку вылезаю. Мне очень страшно вылезать, люди. Ой, где мы? Фу, я уже, кажется, от страха дверь. Забылась, где дверь находится. Так. Вау, ребята, смотрите, как много всего мы можем сделать. О! Так. Вот, смотрите, как много. Вау. А вот факелочки мне очень даже пригодились бы.
укусила. И еще факел. Ну ладно, больше факелов не хочу. Уже и так целый стак. Так, ну тогда давайте я скрафчу одну кирочку, да? Так, ребята, ко мне присоединилось неразумное дитя. Да. И Кися нашу кошечку. Так, берем весь наш уголь. Что, железо? Ой, железо. Железо. Не уголь. Так, подождите, я хочу кое-что посмотреть. О. Подождите, Блин, не. Ладно, одна палочка, так и быть. Пускай жалится. А нет, мы зря палочку потратили, ребят. Тютку можно было сделать. Я уже сделала. Давай, вылезай. Да вылезла, какая-то сломается. Я расскажу. Два зелья выпьем. Лена, нет. Или зелья невидимости. У нас ничего нету. Почему? Кроме желания. Угу. Так, ребят. Железо мы ложим. Ложим. Подождите, а с железом что можно сделать? Или ничего? Ничего. Петку можно еще сделать. Блин, я это хочу. Или хотя бы сапожки. Или вообще лопату. Я могу сделать железную лопату? Что? Железная лопата. Ребята, у нас первый железный... Как сказать... Первый железный предмет. Офигеть. А нам нужно кушать. Кушать нам надо. Пошли кого-то поубиваем. Ты видишь? Так, я пока... Покушаю. Нам. Меня Диана заставила собирать картофель. Ладно, я его съела. Все. Так, теперь мы все ложим. У нас целый стак факелов. И еще плюс 27 факелов. Так. Ого, да уж, еще места вдоволь. Да блин. Ура! Так, что бы еще поделать, а? Выйти на улицу, там что-то поделать. О, ну да, кстати, у нас там, наверное, уже что-то... О, так, курить тихо. Хоть. Можно курить получить. Не, я не хочу курицу. Овечки, привет! Так, точно, а где наши... Курочки, а где наше коко? Алина, будешь смотреть фильм? Так. На этом мы, наверное, будем видео заканчивать. Так, на этом мы, наверное, видео будем заканчивать, да? Так что, всем пока-пока!